Всех приветствую. Ну что, генетика меня одарила мощными руками, поэтому я практически не качаю ни бицепс, ни трицепс. Но есть у меня один комплекс, который я давал своим подопечным, благодаря которому они очень хорошо прогрессировали в объеме рук. Сейчас я с вами им поделюсь. Комплекс выполняется в основном после проработки спины. Первое упражнение – подъем штанги на бицепс стоя с понижением веса. Как и в случае с большими группами мышц, малые группы мышц, такие как бицепс, необходимо начинать прорабатывать многосуставными упражнениями. Ну и, конечно, подъем штанги на бицепс – это, пожалуй, самое эффективное упражнение на эту группу мышц. Фишка в том, что мы работаем на понижение веса, и выглядит это примерно следующим образом. Вначале выполняем подъем на бицепс с тем весом, который оптимально можем осилить на 10-12 повторений. Затем без отдыха берем штангу весом меньше и выполняем еще на 7-8 повторений. Также без отдыха берем штангу еще меньше весом и выполняем еще на 7-8 повторений. Вес рекомендую подбирать примерно так: 30-20-10. Выполняем таким образом 5 подходов. Второе упражнение. Сгибание рук в тренажере поочередно. Тут все просто. Сгибаем руки так, чтобы постоянно чувствовать нагрузку. Поэтому мы не до конца опускаем и не до конца поднимаем рукоятку тренажера. Выполняем 3 подхода по 10 повторений на каждую руку. Третье упражнение – сгибание рук в блоке супинации. Заключительное упражнение, которое предназначено для глубинной проработки бицепса, поскольку при супинации включаются не только сгибательные функции бицепса, но и те, что позволяют поворачивать руку ладонью вверх. Выполняем 5 подходов по 8-12 повторений.